Итак, всем привет, ребят. С вами канал на грани фола. И мы такой мини-обзорчик сейчас сделаем на PES 2021. Вот он вышел, апгрейд. Это тот же PES 2020, в принципе. Только обновленный. И это вот официальная версия 2021. Вот она такая будет. Сезон апдейт она называется. Первый взгляд. Еще без всех патчей, без ничего еще не вышло этого. Играю на PS4. Вот, запускаю его. Посмотрим сейчас некоторые там команды, формы, и лица и так далее. Очень долго ждал этот выход. Но ничего такого экстра нового. Вот менюшка вся та же самая, и ждать не приходится. My Club посмотрим потом. Дуэль, давайте посмотрим. Лица и формы некоторых команд. Та не лига. Ну, это лиги бельгийская, вот английская лига. Опять же, лицензированный только Арсенал. Есть же вот эти сезон апдейт. Там есть конкретно с темами и прорисовками. И, ну, улучшениями конкретно есть для Ювентуса, для Баварии, для Челси нелицензированные, для Ювентус, Бавария, Арсенал, Манчестер, по-моему, и Барселона. А здесь, видите, название хотя бы Лестер Б, видите, не Лестер Сити, а, ну, нелицензированные, в общем. Ливерпуль, видите, понятно, что будут все лица тоже хорошие, но формы, видите, какие. Ну, с первым появлением патча это спокойно можно установить. На PS4 я это все сделаю. Так что ничего там такого экстраординарного нет. Манчестер Сити, видите, Манчестер Б называется. И так далее. Вот. Конечно, это неприятно. Я вот здесь для Манчестера купил CPS. 1600 или 1700 у меня получилось оно. Я через вот именно через игру 2020 PES я заказывал, и там скидка 20%. Если просто через PlayStation Store заказывать, то 1900, по-моему, будет. Вот, серия А. Здесь полностью лицензированная она, вот. Ювентус. Все здесь в порядке с этими командами. И форма, видите, все отлично. Вот Криштиану Роналду, 93 рейтинг. Вот его статы. 35 лет, 93 рейтинг. Вот тебе и на. Ну, Италия, серия А была, это голландский чемпионат, португальский, Тинькофф, российская премьер-лига, ну, здесь вот Ахмат, здесь кроме Глушакова ни у кого геймфейса нет, российская премьер-лига есть, но Арсенал, ЦСКА, вот, посмотрите, Кенфея, все в порядке здесь с ним, но немного лиц, вот Обликов нет, Фернандес есть, понятно, Загоев, Ахмед, например, без лица. Влашить лицом, понятно. Сигурдсон без. Чалов, вот. Динамо. Химки, ну все уже вот добавлены. Даже еще не все трансферы здесь сделаны, вот как актуальный Краснодар. Но все с первым патчем и первым дополнением, все это, конечно, форма, видите, все сделано. Все это исправят. Как обычно в PES бывает. Локомотив, вот. Гильерми. Квели уже, он уже не в клубе, но здесь еще, видите, не сделал. Хиоведес уже давно ушел, карьеру, по-моему, завершил, но все еще в клубе здесь. Вот. Ростов, Ротор уже вот есть, Рубин, Сочи, Спартак. Тоже немного лиц здесь. Максименко без лица, Жиго, Кутепов, вот, Джики, Грал, Зобнин, Ларсен, Понсе, без лиц, к сожалению. Тамбов, Уфа, Урал и Зенит. Зенит, вот здесь больше всего лиц. Ну и сейчас клуб на подъеме. Иванович, видите, еще здесь нету Лоурена почему-то. Дрюс, Дзюба, Азму. Дзюба рейтинг повысили, 83. И это шотландская лига, испанская. Вот такой вот мини-обзорчик. Барселона. Ну здесь все, с Барселоной все в порядке, конечно же. И форма, и все. Вот Месси, пожалуйста. Гризман, Месси 94, кстати. И Роналду, да? Или Роналду 93, я уже что-то. Но видите, даже нет у Реал Мадрида, нет. Просто преступление. Реал Мадрид, видите, Мадрид
Чамартин какой-то. Но все это исправят, конечно. С первым же патчем. Все это установим. Я здесь начал стрим вести за Аталанту. Так что подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайки. И можно в сборную, кстати, посмотреть нашу. Подписывайтесь на канал, да, и будем вместе проводить стримы и так далее. Много всего интересного на канале будет. Так что рад каждому, кто подпишется, напишет какой-то коммент. Отвечу всем. Вот сборные. Вот наша сборная. Гильерми, Семенов, Джики, Фернандес. Ну, Джики, Фернандес есть лицо. Семенова, например, нет. Кудряшов с лицом. Головин, понятно, Зобнин, Ионов без лица. Вот. Жирков, Миранчук, Алексей. 82 рейтинг, Дзюба 83. Какой-то Чистяков и даже Бакаев, вот Велимхан, без лица. О, давайте сейчас сыграем какой-нибудь матчик, посмотрим геймплей. Ну, в принципе, не изменился, но показать надо же, конечно. Сыграем какую-нибудь игру одну. Давайте дуэль сыграем. Я тут уже играл, вот видите, проиграл Зениту. Есть в прошлом ролике. Там просто геймплей обозревал. Тут немножко вот покопался состав. Все те же самые режимы остались. Все то же самое. Мастер-лигу я вот заходил. Посмотрите стрим. Есть на канале. Те же самые даже вопросы. Все, ничего нового они, в принципе, не предлагают. Давайте сыграем, я не знаю. За Баварию, что ли. За Баварию против... Против кого сыграть? Против английского клуба какого-нибудь. Ну вот против Арсенала давайте. Бавария, Арсенал. Посмотрим. Вот, кстати, расстановка. Ну, сыграем по умолчанию, вот так как есть. Вот форма, красиво все. Графика прежняя, отличная у PES. Поэтому... Все, в принципе, неплохо. Альянс Арена, трибунка, все красиво. Выход команд. Дождик идет. Вот такая вот менюшка. Все, в принципе, сейчас его нам предлагают. Состав Арсенала. Показывает, как действует. Это мы и без них знаем, как будто думаю, что я первый раз играю. Сейчас давайте отключим имена, чтобы не мешать. Так. Где это делается? Вот, выключим, чтобы больше в атмосферу поместиться. И соперника, да, отключим. Вот. Можно еще камеру сделать такую более. С ней тяжело играть, но показывает матч интереснее. Сейчас. Как она называется-то? Прямой эфир, вот. Конечно, PES вполне реалистичен. Тиаго, посмотрим, лонгшот. Тиаго, удар. И парирует Лена. Хороший удар Тиаго. И смотрите, как здесь Лена.
Дождь так в слоумо красиво падает. Подача Химика на дальнюю штангу. Подача. Не справляется здесь. Гнабри. Еще удар. Хорош, Лена тащит его. Угла мяч. Ну, все то же самое. Те же анимации. В принципе, все. Можно посмотреть на повторе. Поближе. Физику. Пес, она хорошая. Вот, принимает Тьяго. Смотрите. Пас. Летит трава. Скользит мяч. Брызги. Удар Гнабри. Видите, накрывает защитник. С дерном вылетает мяч и парирует вратарь. Вот как красиво. Немножко утопает в траве, как обычно. Ну, из этого никуда. Ноги сквозь тело и так далее. Это все это, наверное, как было, так и будет. Будем посмотрим дальше. Буду делать карьеру, снимать, и там уже какие-то новые фишки, штучки. Будем смотреть, тестить. Еще удар Левандовский, рикошет угловой. А пока все, в принципе, тот же самый PS 2020. Ничего не поменялось. Хорошая, качественная игра, но из-за нее, видите, не берут как за полноценную денег, как просто обновление, я так понимаю. Но FIFA сейчас выпустит тот же самый FIFA, назовет ее 2021, и 4000, по-моему, минимальная цена стоит. Но мне не совсем адекватно, на мой взгляд, так делать. Но все равно FIFA раскупят, потому что это FIFA. Вот и все. Абумиян, смотрите, контратака. Арсенал огрызается. Играю на лучшем игроке, поэтому больше обзор, результат не так важен. Главное показать красивую игру с голами. Гнабри, Мюллер. Попробуем Левандовский запустить. Здесь Луис скидывает, смотрите, как грамотно на... А стоит-то не Лена, а Мартинес. Вот так вот. Я все Лена хвалила. Это Мартинес. Левандовский. С такой камерой, конечно, не очень удобно играть, но... Все ради контента. Коман, удар! Срезается мяч у Комана Кинсли. По-моему, еще свой помешал игрок немножко здесь, посмотрите. И повторы те же самые. Видите, как между ног стоит. Ворот. Надели мячом. Равные практически, но у нас уже столько ударов было. Но счет 0-0. Скользят игроки. Кстати, да, дождь сказывается на геймплее, что приятно и правоподобно. Ой, какой момент. Теперь уже в Арсенал. И тут же первый же момент. И наказывает нас Лекозет. Смотрите, как видно. Капли стекают по его голове. И вот он празднует. Красивая форма Арсенала. И 1-0. Канониры выходят вперед. Заброс. В касание играет здесь. И ну, здесь уже номер бессилен. Лакозет открывает счет на 20-й минуте в середине тайма. Коман. Ой, долго Коман. Ну, аут в нашу пользу. Кто нарушил? Мы нарушили, да, получается? Еще и желтую карточку Коман получает. Те же вроде анимации, вот смотрите. Тут немножко странное движение, но... Тем не менее. Предупрежден Кинсли. И Арсенал начинает свою атаку. Борьба. Немножко тут непривычно с такой камерой играть, повторюсь, но они не будут себя оправдывать. Стеночку здесь играем. Нет, не дают нам. Луис не дает. И нет штрафного. Хотя, мне кажется, ноги-то он заплел. И снова контратака Арсенала. Быстрые форварды. Против не самых быстрых, но очень грамотных защитников Бавария. Фол, еще один. Повтор, посмотрим. Видите, накладочка небольшая здесь получилась. И Джака подает. Подача вперед. Здесь
Каррера. Борьба. Прийти на отбор. Тиаго хорош. Левандовский. Там подключается Кинсли. Коман. Нет. Давайте сейчас сыграем первый темп так, в такой камере. Второй тайм я покажу с обычной камерой, чтобы стараться сравнять счет и было удобнее играть. Белерин. Отбор. Дэвис здесь в отборе очень хорош. Пас на Камана. Перевод направо. Гнабри. Горецко. Пас на Гнабри. Гнабри. Хороший пас, но нет, здесь Мартинес заберет мяч. Бросает вперед. Ну, Горецко должен сыграть. Нет, играет. Опять я нарушил, что ли? Господи. Дотронуться нельзя. Смотрите, ну что здесь было? Толкнул чуть-чуть. Мы же в футбол играем, не шахматы. Давайте сразу камеру поменяю, чтобы немножко было. Сейчас посмотрим. Немножко было. Нет, из-за линии. Немножко было. Вот такую, что ли. Вот она, привычная, по-моему, песовская камера, с которой можно играть удобно достаточно. И хороший пас нужен на Левандовский. Ну, встал почему-то Левандовский. Кимик. Включение. Снова пас на Левандовский. Левандовский. Нужна хорошая подача. Подача. Справляется футболист Арсенала и подальше туда выносит мяч. Здесь Буатен. Подбирает мяч. Да, больше у нас владение мячом, но толку-то от этого, если Арсенал ведет в счете. Мюллер. Мюллер. Смотрите, какая борьба. Анимации вроде все те же остались. Калашинец. Давид Луис. Калашинец. Тирни забрасывает мяч вперед. Здесь Алаба спокойно забирает. Первый тайм уже потихоньку. Ой, Абумьянг здесь подходит к завершению. Цепляется за мяч Абумьянг. Хорошо действует. Снова Абумьянг. Тирни. Заброс. Но здесь спокойно играем. Нойер. Бросает вперед на Тиаго. Комбинируем мы. Очень плотно действуют защитники Арсенала пока. И первый тайм Арсенал выигрывает со счетом 1-0. Сейчас во втором тайме попробуем исправить ситуацию. Все так же в меню, только цвет меню поменялся. Все такое в зеленых тонах. Так, Тиаго не очень здесь готов. Давайте. Каутиньо есть. Давайте Каутиньо поставим сюда. А сюда Мюллера. Так, второй тайм. Арсенал начинает. Дождь закончился, кстати. А, нет, немножко идет дождь. Казалось, что закончился дождь. Так, Гнабри, Горецко, Мюллер, Каутиньо. Лонгшотик проверим сейчас. Каутиньо, удар! Не точный удар, и Мартинес, видите? Когда там высказывает эмоции, какие показывает. Много здесь было свободного времени у Каутиньо, но удар получился крайне неточным, к сожалению. Мимо ворот. Катает мяч Арсенал. Тоже все настройки, также замены производятся. Ничего нового не появилось с 20-й FIFA. Ой, FIFA, простите, с 20-го PES. Также сложно играть. Удар какой, посмотрите, здесь Мартинес уже тащит.
Паутине вот очень хорошо прорисован. Все здесь, татуировки, все на нем имеется. Хорошая комбинация и удар с левой ноги. И Мартинес переводит мяч на угловой. Кимих, подача. Хорошая подача, борьба. Борецко. Коман. Попробует пробить. Коман. Очень долго. Готовился Коман. И все, отбился Арсенал. Контратаку надо ловить. Спокойно здесь, видите, как действует Арсенал. По счету играют на контратаках. Бельерин. Торейра, заброс. Здесь Буатенг должен сыграть. Нет, не играет Буатенг, но и не опасно получается. Кимих. Гнабри, Горецко, Мюллер, Левандовский. Нет. Последнего паса не хватает точно. Так, это повтор, не то. План игры. Кто Сане, давайте. Вперед. За родину. Потому что больше я особо и некого. Попробуем Сане там. Левандовский не в хорошей форме. Уже порядком поднаелся. И просто катает мяч Арсенал. Но при удобном случае, конечно, они вылезут в атаку и забьют на второй. Поэтому, вот как сейчас. Поэтому вот такой подкат превосходный. Давайте посмотрим повтор. Как это все произошло. И как это вблизи будет смотреться. Вот. Лаказет. Бежит. Пока все хорошо. И вот подкат Буатенга. Вот, посмотрите. Очень хороший подкат. И не пролез сквозь ноги. Очень все хорошо. Красиво здесь прорисовано. И по физике все правильно сделано. Это радует. Пас на Каутиньо, но нет. Не успеет Каутиньо. Мустафи. Заброс вперед. Здесь борьба. Буатенг в офсайд попадает. Да, видите. И замены как раз произведутся у нас. Разыграем с ближним. Сане сразу получает мяч. Там тоже офсайд, да. Еще надо, конечно, подобрать удобную тактику, команду, кому какая нравится. Вот из Баварии у меня не очень хорошо получается играть. Команда, конечно, сильная. Но и Арсенал хорошая. Что тут сказать. Играем-то неплохо, вот забить не получается. Владеем преимуществом. Горецко. Пас на Сане, Сане! Выход 1-1. Сане уходит от вратаря и пробить не дает защитник. Видите, как до конца играют. Немножко передержал я мяч. Если бы раньше пробил, было бы больше шансов. Здесь ушел уже и, казалось бы, все. В угол, но Давид Луис сыграл не как Давид Луис. Так. Давайте защитники подключим. Буатенг хотя бы. Побежит. Бежит Буатенг. Ну и пусть себе бежит, как говорится, Мартинес. Еще подача. Сане, удар. Мартинес уже противоход бил. Но вытащил. Анимация вратарей такая же вроде осталась. Ничего не поменялось. Я, по крайней мере, ничего пока нового кардинально не заметил. Вот, сейчас я замечу, что 2-0 будет. Не достаю здесь. Ну здесь Мануэль Нойер. Нойер ще. Посмотрите, как действует. Хотел я здесь нарушить. Нойер, видите, как высоко выбежал из ворот здесь. Как сыграл классно. Вот это красивый момент. Нойер как в жизни далеко, да, выбежал. И потом успел вернуться, а потом опять выйти немножко из ворот, сократить дистанцию и превосходно сыграть. Удар еще. Ой-ой-ой. Вот здесь уже и Нойер бы не выручил, но не выпадает.
Лаказет. Давайте. Да, подальше, ребята, подальше. Нам надо забивать. Ботенг. Кимих. Гнабри. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Следите, будут новые ролики. Будут стримы за Аталанту. Я там карьеру начинаю. Ну и так, пишите свои пожелания, что хотите увидеть на канале. Не только PES будет, еще следующие новинки, там, Киберпанк. Все это будем на канале обозревать. Канал маленький пока что, только развивается, поэтому со всеми будем общаться. Каждым будем отвечать. Не как там эти топовые блогеры, которых не допишешься, не достучишься. Здесь можем уже такую маленькую коммуну создавать и общаться. Так, я заговорился, сейчас пропущу, наверное, второй гол, но Мануэль Нойер не хочет пропускать. Ой, чихнул я немножко. Извиняюсь. Так, Мюллер. Нужен хороший пас на Сане, а нет. Мартинес здесь. Но фол. Вот шанс штрафного забить. Отдал здесь, успел Мюллер отдать пас. И здесь получил, да, по ногам. Стык. Вместе с газоном мяч вылетел. Так, кто бьет? Бьет Алаба, да? Вот так можем, конечно, менять. Попробуем перевесить стенку. Алаба, удар. Нет, к сожалению, попадаю в стенку. Еще одна подача. Снова Мартинес. Не удалось мне сравнять счет, к сожалению. Ну вот, может, сейчас... Ну, получаю по ногам. Не чурается здесь искусственный интеллект бить по ногам. Еще момент, удар, и накрывают и здесь защитники Арсенала. Так, Гнабри устал. Давайте Ариозолу выпустим. Казалось бы, да, уже вот здесь. Тоже пустой угол я бил, незащищенный, но защитники Арсенала справляются. Подача. Скидка. Мартинес, смотрите, с корнем, с мясом забирает этот мяч. Ну и все, Арсенал набирает 3 очка. А с вами был канал На Грани Фола. Вот такой мини-обзорчик на PES 2021. Так, впереди нам еще играть и играть в него. Так что подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайк. Канал На Грани Фола. Всем пока, пока.